Один автомобиль вылетел на обочину, второй перегородил полосу. Сегодня утром на улице Вайнера произошло ДТП с участием японских хэтчбека и кроссовера. Как говорят очевидцы, один догнал другого, пока тот пропускал встречный транспорт. На записи с камеры наблюдения видно, как белый седан готовится повернуть во двор, двигающийся за ним черный Субару останавливается, а вот следующий серебристый Митсубиси не успевает и врезается. От удара один из автомобилей буквально выкидывает на обочину. К счастью, обошлось без жертв. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы выяснили, что водитель Митсубиси находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя сам первоуралец утверждал, что сел за руль трезвым. Задумался, видать, все. Приехал. Ну, скорость, говорят, была большая, или нет? Нормально. Все, ты сделал. Все помялось у нас. Ну, нормально ехал.